Здравствуйте, представляем вашему вниманию лот номер 2, Triumph Jacket, страна Европа, демисезон, количество мешки 4 штуки, вес мешка 6 кг 100 грамм, куртки мужские. Куртки все однотипного плана, на этаже у них фурнитура, это, то есть имеется в виду карманы все на молнии. Куртки стоят с другой стороны, они тайно идут. Куртку ее можно назвать 2 в одном, 3 в одном. Одна теплая куртка, внутри флис, то есть она утеплена. И можно расстегнуть, сделать куртку ветровка, то есть она идет. Материал защитный, непромокаемый, непродуваемый. Внутри идет сетка. Внутри идет, мы отстегнули также куртку вторую. Получается такой же материал, непродуваемый, непромокаемый. И внутри еще идет флис утепленный. Можно вывернуть эту куртку, будет толстовку. Также имеется карман на этой толстовке на молнии. Размер это будет S. Светоотражающие полоски по всей куртке. Дальше тут липучки, манжеты с резинками внутренние. Куртка идет на клепке манжет. Капюшон потайной, он спрятан в вороте. На липучке можно утянуть. Также внизу есть резинка утяжка, и во внутренней куртке также тоже имеется резинка утяжка. Сзади по всей куртке идет светоотражающие полоски, ну и вышивка. В этих куртках будут меняться только размеры, расцветки все одинаковые. Все здесь то же самое, размер это будет 3XL, ну, не в рабочем состоянии. Размер L. Размер 3XL. Бирки каждой куртки. Спасибо за внимание.